Доброе утро. Сегодня 16-е. 16 April today. Очень хорошо. Сегодня 16 апреля. Ой, спать некогда. Вообще некогда. Лениться. Ой. Вот, какие мы сегодня красивые. Саша животик свой щупает. Хороший животик. Какая рамочка. Вот. А сейчас мы идем завтракать. А план у нас созрел, чем мы сегодня будем заниматься. Они нам вчера меню приносили. Но мы ужинать ушли в другое место. С вью, с видом. А вот завтракать мы, наверное, поднимемся в наш отель. Почему-то не включено. Обычно в более-менее дорогих отелях завтрак включается. Ну, как скажут. Люди уже купаются. Да, вид невероятный. Ага. Так. Наклониться, посмотреть, что тут делается в соседних дворцах. Вот он, Удайпур, белый город. Многие стены покрашены белой краской. И вот этот дворец потрясающей красоты, тоже белый. Ну, еще раз здравствуйте. Мы находимся в белом городе Удайпуре. Удайпур – это индийская Венеция. Расположился вокруг 5 рукотворных озер. Самое главное и большое озеро – вот то, что мы сейчас видим – Печола. Иногда Удайпур так и называют город озер. Вообще это город дворцов, город Махараджи, прекрасный, невероятный город, также ворота Раджастана, потому что многие люди, которые приезжают в Раджастан, первым делом они посещают Удайпур. Даже мы сейчас находимся в Королевском дворце, в каком-то одном из махараджевских дворцов, потому что после того, как Индия получила независимость, дворцы превратили в отели. Кстати, многие махараджи так и живут, махараджа-стиль. Ой, смотрите, если видно, внизу скачет бурундучок и голубь, все у них там так весело. Вот. Они так и живут, махараджа-стайл. Мне потом Саши расскажет, он общался со служащими сейчас, ныне действующих махараджей, как они живут себе, поживают. Он мне уже вчера рассказывал, но потом я еще раз попрошу рассказать, будет время. На другой стороне слышен звон колокольчиков. Проходит какая-то пуджа. Вечером тоже этот звон стоял периодически. Это озеро Печола. Оно большое достаточно. Размер у него 3 на 4 километра. И вот здесь два таких острова есть. На одном расположен белый дворец мраморный, который сейчас превращен в люксовый отель. Он построен в 17 веке. Внутри все тоже очень-очень красиво. И дальше еще один остров. И на нем тоже летний дворец. Саша меня уже зовет, хватит, говорит, болтать. Еда, камин. О, бон аппетит. Замечательно. Ой. Главное, не что вот ты ешь. Я смотрю, я всегда так ем. Два яйца или в смятку, или яичницы, или омлетом. А вот вид. И что внутри? Внутри счастье. А в 500 метрах от нас настоящий
дворец Раджи. И там дворцы, и везде дворцы. Город дворцов. Индийская Венеция. Иностранцев много. Все знакомы, видимо, живут подолгу, общаются. О, чай, в каких масштабах у них здесь приносят. Видов сугар и сахар? И сахар здесь. А это что? Кетчуп. Вот, кетчупа-то мне и не хватало, не заметил. Вау. Чай здесь очень хороший. Хороший чай? Чай. Да, они здесь знают, как делать чай. Вот прямо вот вообще идеальный. Где-то более перченый, где-то еще что-то. А здесь, ну, настолько идеальный чай. Пока камеру достала, здесь так низко кружился орел прямо вокруг нас. Кружился, вот их там много наверху орлов. Но я думаю, что они ловят вот этих бурундучков, которые здесь скачут. Голуби тоже чего-то ловят. Видимо, в сезон дождей немножко осыпается. Хотя вроде бы хорошая там штукатурка или на чем они тут расписывают. Но все равно теряют краски свою силу и приходится, наверное, обновлять. Вот то, что в глубине не осыпается. Угу. Саши говорит, сегодня понедельник. Я говорю, да? Он говорит, ну я думаю. А зачем нам знать, понедельник или вторник, или воскресенье? Саши говорит, не сезон. А что же делается, когда сезон? Столько народу. Чало? Чало? А, мы ждем счет. Давай я посмотрю. Let me see. Так, ну давайте посмотрим, что мы наели. 278 всего. Вместе с налогом. Какие-то вот налоги. Ой. Нормально. Очень даже неплохо. Тосты 4 штуки 40 рупий, масло по 20, жареные яйца по 70, нет, все, take it. Угу. И чай, по-моему, 65. Пошли. Хорошо, Саши уже выражает свои эмоции по-русски. Хорошо. Этот столик мне определенно нравится, надо сфотографировать, пока нет Саши. Немножко фотосессия в интерьерах пощелкались махараджевских. И дальше. Лодочка. Ой. Где они такое откопали-то? Зачем она нужна?